Коллеги, добрый день. Сегодня у нас 17 мая, мы с вами в Яблоневом саду, в Ставропольском крае. И здесь очень интересная ситуация сейчас наблюдается. То есть этот участок, он с прошлого года был очень сильно заселен клещом. И поэтому в этом году мы приняли решение в этом хозяйстве заложить опыты по двукратному применению лирума с последующим применением ProClimFit по первому поколению яблоно-плодожорки. Давайте посмотрим, что же у нас получилось. Вот так выглядит опытный участок. Вот так смотрим на листья. Опытный участок. В основном на участке присутствовал красный плодовый клещ. И с весны, когда вот эти вот самые первые листочки распускались, здесь началось самое раннее развитие красного плодового клеща. Вот на этих маленьких прилистниках. Дальше погодные условия были прохладными, и клещ практически не мигрировал на большие листья, что нам позволило сэкономить первую обработку. То есть мы здесь в розовый бутон препаратом авицидного действия не работали. А уже дальше по схеме применяли продукт два раза лирум и ProClimFit. Коллеги, что мы хотим показать этим опытом? Мы хотим решить проблему не только плодожорки, но и клещей, тлей, которые вот сопутствуют, когда идет развитие плодожорки. В данном опыте мы хотим как раз и проверить нашу концепцию в действии. То есть она заключается в том, что мы грамотно выстраиваем продукты, мы по плодожорке начинаем работать сразу с препарата лирум двукратно и потом делаем ProClimFit. Для чего? Прежде всего мы убираем, конечно же, плодожорку. Но и клещи, которые есть в этот момент, с двойной обработкой мы их убираем. И плюс еще ProClimFit, который также работает и продляет действие первых акарицидных обработок. В итоге что мы можем получить? Мы можем в начале сезона отказаться от первой обработки, та, что идет в розовый бутон, по яйцекладке. И дальше в течение вегетации мы должны сделать меньше акарицидных обработок, которые планируются каждый год в хозяйстве. Поэтому по итогу должно получиться экономически более выгодно. Да, мы изначально вкладываем больше средств в препараты, но если посчитать систему целиком, она должна быть дешевле. Именно к этому мы стремимся, именно это мы и хотим продемонстрировать в этом опыте. О том, как будут развиваться дальше события на участке, мы вас проинформируем. До встречи!